Слушайте, друзья. Перед тем, как мы выступим, нужно будет сделать еще кое-что. Первое – бензин для лодки. Без него далеко не уйдешь. Второе – надо сделать кое-что для Тита, чтобы он нас пропустил. Иначе можно забыть о том, чтобы проникнуть внутрь. Ну так что? Давайте сделаем это. Хорошо. За бензином идите на бензоколонку. А если вы там и тачку прихватите, будет вообще отлично. Хабар для Тита я держу в красном контейнере около береговых ангаров. Вот ключ от него. Я останусь здесь, смотреть за лодкой. Удачи!
Ладно, братва, мы почти готовы. Осталась одна вещь. По воде волна пошла, нас слишком сильно бросает из стороны в сторону. Мы можем напороться на одну из этих мин, и тогда нам конец, точно. Поэтому нужно пойти в мастерскую на берегу и внести несколько модификаций. Мой отец работал на катерах, поэтому нам просто нужно пойти в его мастерскую, хорошо? Мы можем добраться прямо до мастерской на катере. Я покажу, где они стоят. Вот так хорошо.
Пойдем, мы теряем время. Есть еще... Мне нужно сделать кое-что еще. Но я должна сделать это сама. Так что просто подожди здесь. С этого острова. Эй, вы меня слышите? Кажется, в лабе кто-то кричал. Там творится что-то жуткое. Срочно бросайте все и выясните, что там такое происходит. Черт возьми, идите! Бей его! Бей его!
Пожалуйста, не уходите! Я уже думала, мне конец. Он брал у меня кровь. Еще и еще. Хотел забрать всю мою кровь. А когда я спросила, зачем, он удивился. Дикарка разговаривает. Я убежала из деревни и отправилась в город, чтобы пойти в школу. Поэтому я знала, сколько крови может потерять человек. Я заперлась от него в камере. А когда он попытался открыть дверь с компьютера, он открыл их все. И они накинулись на него и разорвали на части. Я закричала, но никто не пришел. Уэст умер? Как так? Он же почти приготовил вакцину. Он говорил, что уже все понял и знает, как ее сделать. Стоп. А если он ее сделал? Если успел? Эй, ты меня слышишь? Осмотри лабораторию, она должна быть там. Вакцина. Найди ее. Иначе моя Эмили не справится с болезнью. Заглянуть не помешает. Она у тебя? Слава богу. Бери ее и не вздумай потерять. Я тебя жду на острове Тюрьме. Поторопись. Я разблокировал все двери, какие смог. В этом случае это помогло мало. Я не имею полного доступа к безопасности или аварийной энергосистеме. Мы сейчас на резервном источнике, и я не знаю, насколько его хватит. Слушайте, если мы потеряем связь, ищите меня в блоке С. И ради бога, если вы встретите узников, не доверяйте им. Многих упек туда лично я. Если вы приведете их ко мне, они убьют меня, а потом вас. Вы будьте потише, ага? Я знаю, как нужно разговаривать с этими ослами. Карен, Джейк, я не знаю, сколько еще я смогу сохранять рассудок. Они я чувствую, что болен. Они помогают говорят, мне пройти мимо этих мертвых говнюков. Где ты? Обливаюсь потом. Свет ламп режет мне глаза. Мы добрались до тюрьмы. Думали, там безопасно. Но инфекция распространилась повсюду. Я надеюсь, этот сраный псих успокоится. В тюрьме еще остались выжившие. Но на нас напали, прежде чем мы добрались до них. Вы представляете, у того, кто меня укусил, не было полголовы, половины зубов. И он укусил меня. Вам понадобится снаряжение. Показал.
мачете прямо в горло. Хорошо. Думаешь, их покусали? Что за хрень? Видали, какая вон у той задница? Назад! Черт, вы это видели? Наверное, заражены. Что теперь? Как вы здесь оказались? Вы заражены? Ты не узнаешь меня? Может, да, может, нет. А вот эти? Клево, конечно. Но я предпочел бы парочку таких штук. У нас есть оружие куда круче пушек. Эти люди иммуны, чувак. Их кусали, но они не заразились. Может, мы смогли бы помочь друг другу? Как? Нам нужно попасть в блок С. Ты слышал, что она сказала? Нам надо попасть в блок С. Уайту? Он и с нами тоже говорил. Но мы с ним не договорились. Он ничего не мог предложить. Но вот вы... Может, мы и договоримся. Так, он сидит в одиночке. Камера А314. Загремел сюда еще до того, как вы родились. Опасный сукин сын. Вытащите его и приведите сюда. Дальше разберемся. Нет. Плохая идея. Он, конечно, сукин сын, но он все-таки наш сукин сын. Так что, сделаете? Май. Плохая. Так что, сделаете? Сделаем это. Камера. Не заставляй меня долго ждать, ага? Я могу остаться. Мне не страшно. Но я волнуюсь. Осторожно, братья. В тюремном блоке куча этих мертвых говняков. Перед двери. Идите в комнату управления и придумайте что-нибудь.
Все, пошли. Если эти козлы опять набегут, вы знаете, что делать. Bigger they are, пора, брат. Ugh!
Сука! Надо его завалить, пока он дружков не позвал. Даже когда был человеком. Он вообще не хочет помогать нам. Он беспокоится только о своих корешах. Здорово, что вы вернулись, парни. Одно неверное движение. Черт, как же хочется жрать и курить. Хотите пройти в блок С? Я могу вас пропустить. Но сперва вы сделаете кое-что для меня. Сначала мне понадобится оружие для моих парней, чтобы они не ссали в штаны при виде этих тварей. Того, что вы принесли, мало. Потребуется еще. Наверху есть арсенал, но он кишит этими ходячими трупами. Not right now. До Уайта без меня вам не добраться, так что не дури. Вы включили мозги? Разумеется. Принесите... Идите! Я не хочу оставаться тут с ними. Я хочу пойти с тобой. Все в порядке. Но, Джин... Напугана. Дайте им зайти сзади! Oh!
Все всегда. Тит хотел, чтобы я помог. Я Кевин. Тит подумал, что я смогу помочь. Мне в жизни пришлось не одну дверь взломать, понимаешь? Но они есть только у старших охранников. Так. Я готова. Хорошо. Офис. Уроем их! Хорошо. Теперь я поколдую над дверью. Мне нужно только провести здесь этой картой и... Стой. Почему дверь открывается? Что за фигня? Дай-ка попробую еще раз. А может быть... Подождите, а может быть не открывается? Черт. Надеюсь, я не похерил всю электронику. Попробую еще раз. Твою ж мать! Если эта двойная дверь откроется, будет жопа. Давай попробуем. Вот говно! Приготовиться! Мы влипли! Прикрывайте мне спину, пока я работаю на... Yes!
ангел смерти. Я 100% не справился бы сам. Итак, двери открываются. Готов? Залетай и хватай все, что захочешь. Может быть, и для меня что-нибудь найдется. Да, нужно будет немного осмотреться. Бери, что осталось. Яйца у вас есть. Если решить. Что-то дельное, вам ко мне. Если вы отлично И это что, все? Нет. Короче, нам нужна еда. Если парни оголодают, они... Yes.